30 лет исполнилось со дня выпуска первых почтовых марок нашей страны. По этому случаю были представлены два экземпляра, посвященные годовщине независимости Молдовы. Их презентовали в рамках специальной выставки, организованной Национальным музеем истории, Почтой Молдовы и Союзом филателистов. Обе марки отсылают нас к 1991 году, во времена провозглашения независимости. Acest timbru comemorativ este imaginea parlamentului. На этой памятной марке изображено здание нынешнего парламента Молдовы. Было показательно представить точное место, где была подписана декларация о независимости. Тут также есть фотография первого президента и первые три марки, появившиеся в июне 1991 года. Chiar primele trei mărci care au apărut în iunie 1991. 22-летняя Дойна Адам – самый молодой член Союза филателистов. Ее коллекция насчитывает более 5000 экземпляров. Anume, cu ajutorul acestor timbre, noi vom putea să transmitem. Именно с помощью этих марок мы сможем передать будущему поколению, показать, насколько мы сохранили нашу страну, историю и независимость. La istoria noastră. В церемонии принял участие и бывший президент Молдовы Петр Лучинский, а также депутат первого парламента, подписавший декларацию о независимости, Александр Арсений. Я убежден, что образы, которые несут эти марки, отправятся за океаны, на большие расстояния и будут напоминать, задавать вопрос, где эта Молдова, что она делает. Эта марка не только передает букву декларации о независимости, но в первую очередь волю суверенного народа, выраженную в ходе Великого национального собрания 27 августа 1991 года. Первые официальные марки в Молдове были выпущены 30 лет назад. С тех пор в обороте насчитывается около 1200 экземпляров.